Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xBet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xBet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Всем привет, дорогие друзья, мы сейчас хотим попробовать, ну, у нас теперь в игре три мистических персонажа, мы хотим сделать мистическое трио. Значит, с нами сейчас на связи Лал Ю и Фан Крокодил. Крокодил. Его никто не знает, я его сам первый раз вижу, но он с нами в Дискорде. Вроде нормальный парень, прикольно играет, смешной, забавный, но я его не знаю. В общем, смотрите, вот три мистика, сейчас попробуем затащить. Я каждый играет за того, на котором он эксперт. Вот, я на Джинни. Поехали, будем играть в футбол. Ну слушай, легендарное трио записывали же, да? А вот мистический трио еще никто не записывал, поэтому... Вот, как там принято говорить, я первый, кто это Банши. Сделал. Так, кто это? Я буду первым. Это сильные игроки это? Это русские нет, игроки. Нет, я их-то Банши знаю. А, сильные? Не, это русские, говорит. Ну это Банши, я просто Банши знаю. Ну, может кто-то заберет у него мяч, я не понимаю. Да у меня загрузилось только, когда нам уже забили. Блин, нам забили так тупо вообще, ну это... Оба, все, полетели. Крокодил красавчик, тащер. Крокожу, как крокодил. Блин, у меня такая... Стенка, блин, у меня такая беспонтовая ульта. За ворота уйду, ёпт. Блёй. Ой, вы видели, я в бочку кинул ульту. Давай, помогите мне. Давай, помогаю тебе, помогаю тебе. Хорош, ты видел его ульту? Давай, Тара, забей, пожалуйста, забей. Блин, почему мы сливаем? Мне не нравится это. У нас джин переуровень, что? У нас джин переуровень, да. Просто джина пофиксили, из-за этого сливаем. А зачем он ультанул? А чё они к себе на базу отходят? Они странные. Они стыкунные. Они боятся холдика. Так, красава, Лал. Лал, ты красава. А ты тащить будешь? А я? Ну я, короче, играю. Блин, пожалуйста, заберите мяч. Пожалуйста, ну нет, ну он же забьет сейчас. Хорош. Где мяч? Слушай, давай геймграб, я тебя прошу. Мне кажется, тут мы не затащим. Много стен, типа... Да, ты ничего не можешь, я понял. Ну реально, ну у меня первый уровень, что ты хочешь? Я реально делал все, что от меня требовалось. Про боксы и про Макс. У тебя много боксов. Я боксы открою на следующий ролик. Давай тут не умничай, поехали. Ссылка на меня в описании за его страдания, за мои страдания. Легендарное трио. Ой, вот это точно наша карта. Все, поехали. А кто в мид идет? А, я, да. Ну ты же мидер, поехали. Спасибо. Согласен. Тут против троих стоит. Капец, они такие вообще. Они не представляют, что сейчас их ждет. Холдик на джине. Давай саппорт, помогай. Я умер, все отлично. Я понял, что надо делать. Так, а мы выиграем сегодня хоть одну каточку? Блин, да вы, конечно, на себе кубки набустили. Теперь вот это нам подбираются сложные соперники. А что с Фрэнком? Делаем, да? Что с Фрэнком не так? Да, ну отчасти вы... О, кстати, вот тут ульта очень, очень полезная. Я понял применение этой ульты. Убегай. Лал, давай, убегай сюда. Ко мне, Лал, ко мне, я тебя прикрою. А ты, у тебя пассивки даже нету, что ты меня прикрываешь? Ты давай, не убить. Блин, нормально, мы тащим, друзья. Мы команда. Ну, пожалуйста, уйди, не подходи туда. Или ты себя хорошо чувствуешь себя? Да, вроде да. Это нет сейчас, сука. Короче, я пойду обойду. Пойду второго, да? Блин. Мы сейчас проигрывать будем уже. О, пускай. Да, холдик сейчас зарежет. Смотри. Ой, не того притянул. Пожалуйста, что? Что? Я не того притянул. Мой фейл. Но в целом да, я все сделал. Для слива. Капец просто. Крокодил, ты будешь играть, нет? Что, пошли в сейф, да, тогда? Слушай, чё? Мне кажется, это... Не-не-не, все, смотри, тут один-единственный был фейл, если бы ты не умер. Поехали в бой. Поехали в бой.
Срочно, Креста прям сейчас. Убивает он на базе. Ой, я не того притянул. Если бы я не умер в итоге. Я нажал на ульту автоатакой. Автоатаку. Да, это автоатака была, сорян. Это скилл на 24 кубках. Крыс какой-то на Леоне. Ой, на Джи. Давай, давай. Ты это делай, а не болтай. Вообще. Все, залетай в центр, забирай кристаллы и вылетай с центра. У меня 6,6. У меня еще не забыли. У нас же мифическое трио. Ну ты вот уже постоял 2 секунды. Ты уже потерял. Да ты мидер, иди саппорт, хера. Ну блин, ну Поко превосходит Джина, тем более он у меня первый уровень, что ты хочешь? Ну так ты в холдик должен показать скилл. Ну кто-то мне поможет Джина, ой, Поко убить? Давай, у меня сейчас скилл. А, нет, еще один. Оп, я убил Тару, прикинь. Хорош. Смотри, что я могу еще. Ты видел? Уйди, ты что, придурок? Я залагала, говорю, ты меня, наверное... Слушай, единственная катка, которую мы тащим, и у тебя залагала, как ты меня бесишь? Уже отлагала. Ну и что это? Вот что это? Что это будет? Смотри, я забрал Тару, почти забрал Поко. Ну заберите Поко, пожалуйста. Надеюсь, вы же заберете. Фух. Там мы уже где его убили. Там справа Тара, где мы соберем? Там Тара. Где Тара? Где нету Тары. Это что? Что случилось? Ты чего такое? Ты неадекват или что? Ты чего орёшь? Я не понимаю, как... Мне реально сейчас пригорит. Окружим. Как мы выигрывали, теперь снова проигрываем. Я ультану, красиво забей. Ну забери рикошета. Лал, ну ты такой лал. Крокодил, ты там бежишь? А, я вижу, да. Бежишь. Бегу. Самое лучшее мифическое трио. Просто мы... Почему мы не тащим, интересно? Надо что-то менять в нашей тактике. А ну давай, нажимаем играть снова. Блин. Ну давай, мы выиграем, мы выиграем, поехали, я уверен. Все, сейчас затащим, погнали, я уверен. Потом Я нарежу потом видосы, одни победы будут. Одна. Видоса, короче, вообще не будет. Короче, поехали. Видос типа... Другие катки. Ну, кто мид? Так. Все, вот зажимаем. Твою мать, бо достал. Ну блин. Ну блин. Крокодил, тащи. Ну крокодил. Ну, Лал, ты если бы не лагал вот в прошлой катке, просто... Ты видишь, да, то, что лагает у меня. Я сейчас даже залагал, просто автоатаку. Ну и зачем ты мне вот это на видео лагаешь? О, жесть. Просто жесть. Главный вывод, не играйте таким... Слушай, дай, пожалуйста, крокодил возьмет Мортиса, а ты возьмешь Тару. Я Мортиса? Тебе не послышалось. Так, секунду, давай, сюда иди. Ах ты, блин. Хорош. Я не крокодил. Вот как можно с ними играть? Вот как можно с ними играть? Я быстрее тебя бегу. Как с тобой? Вот как можно с ними играть, скажите? Поджимать надо. Ага, играю давай, только давай. Я и крокодил, все. Ну, сука. Я на Мортисе слил 24 кубка из-за тебя. Ой, боже мой. Давай поменяйтесь. Ходик это не страшно, типа. Поменяйтесь. Ходик это не страшно. Или давайте... Кто-то из вас возьмет Джина, я возьму Мортиса. Нет, давай. Ну так меньше Мортиса. Кубков будет. У кого на Джине мало кубков? Меньше 4 уровня. Оставь, пожалуйста, ты Джина, а ты Тару возьми. Обратно, все, возьми Тару, а ты возьми Джина. Ну возьми Джина, пожалуйста. Да, пускай крокодил. Ладно, все, поехали. Все, поехали. Я топ. Все, сейчас затащим, я эту катку вставляю в видос, говорю, блин, это трио непобедимое, и все, и мы на этом завершаем ролик. Все, что было до этого, это не считается. Боже мой. Можно, пожалуйста, микрофон не дергать? Сука, как можно уронить микрофон? Это что? Ты его в руке держишь, когда записываешь, или что? Нет.
Да поставь ты микрофон, я не понимаю. Да все, я уже поставил. Теперь а что мне делать? Я ничего не делаю. А, ну ты ж Мортис, ты взял Мортиса, чтобы убегать, да? Ну да. Мы опять проигрываем. Чем мы центр отжать? Покажи, не иди, ну нет. Я умер, ребят. У меня единственные два гема были, и я их потерял. Погоди, стой, надо пэм. Вот здесь вот сидит в углу, сейчас она пэм. Пойдем. Давай, поехали. Стэм. Ну, давайте, где? Где сплэш-урон? Давай. Да Нита, она хилится с этим медведем конченым. Давай. Все. Убивай, беги, Холдик, бери те два гема, ну зачем? Зачем их брать, согласен. Все нормально, у нас 8 банок. Благодаря чевте. Так, давай, накопи ульту. У меня она есть. Ну и когда, давай, на раз, два, три. Поехали. Вот этих моих. Нет, стой! В смысле? Поставь себе. Теперь у них 8, они у нас. Нормально, молодцы, блин. Иди сюда, Волста. Сюда иди. Блин. Давай, накопи ульту и давай ультовать. О, блядь, побежал тащить, ёпта, мать. 7 банок. Ну давай, мы 3 успеем взять? Нет. Не успеем? Ай, ну мы были рядом. Короче, какой-то, это просто мне не повезло с тиммейтами, а так на самом деле 3 очень бомбезные. Вы сами видели, что он творит, это нереально. Это лучшее, что я видел вообще у себя. Вот. А что ты играть снова? Я больше не буду играть с тобой. Вот. Ну, нормально так подняли кубков. Спасибо за просмотр. Напишите, в чем проблема была, почему мы не затащили. Сейчас, наверное, я буду говорить, что я рак. Ладно. Всем пока.